Откуда берутся клиенты на YouTube? Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства YouTubez. Давайте разбираться, откуда берутся клиенты на YouTube и где их вообще в принципе взять, и как это все работает. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные выпуски. И самые быстрые уже сейчас в правом верхнем углу могут забрать свой собственный пошаговый план по продвижению бизнеса на YouTube. Ссылка также есть в описании. Ну, давайте поговорим о том, откуда же берутся клиенты на YouTube. Первое, что хочу отметить, это, конечно же, Google AdWords. Видеореклама через Google AdWords. Самый простой источник клиентов на YouTube. Когда вы записали видео, вы понимаете свою целевую аудиторию, настраиваем таргет через Google AdWords по местоположению, по возрасту, по интересам аудитории, по тому, какие видео она смотрит, на каких каналах она подписана, какие сайты она посещает и так далее. И оттуда получаем себе новых зрителей, а как следствие, когда у нас интересный и полезный контент, и новых клиентов. Второе – это работа с блогерами, да, то есть всегда можно найти человека, у которого уже есть сообщество людей по определенным интересам, по также определенного возраста. Мы можем с ним договориться, записать совместное видео и благодаря этому ролику поставить там ссылочку на свой сайт, получить в дальнейшем переходы. Далее видеопосевы. Как делать видеопосев правильно? Я, кстати, рассказывала в одном из прошлых видео, посмотрите здесь. Вот. Через видеопосевы, также так как мы их делаем во многих социальных сетях и на YouTube, в том числе можно использовать и Google AdWords видеорекламу, то мы также привлекаем к себе людей, смотрим на отклик, зашло ли наше видео, сколько было показов, сколько было просмотров, взаимодействий, лайков, комментариев. И если их было много и ролик зашел, то, соответственно, он будет приводить нам потенциальную целевую аудиторию. Далее конкурсы. То есть мы можем проводить конкурсы, как используя других блогеров, так и используя свои собственные социальные сети. Как это работает? Например, какой-то блогер объявляет, что мы совместно там, с агентством Юлии Измайловой проводим конкурс на самый там, крутой комментарий. Вы пишете комментарий под видео, и дальше рандомно мы выбираем победителя. Да? Это один из примеров. Второй пример, если использовать социальные сети, точно так же мы выстраиваем несколько постов, где пишутся задания для аудитории, например, прокомментировать ролики, подписаться на канал, посмотреть видео и оставить свое мнение по этому поводу. И дальше мы можем выбрать также рандомно победителей, либо уже отслеживая их комментарии, собирать себе в табличке и наградить того, кто был лучшим. Конечно же, клиенты на YouTube берутся и из поиска на YouTube, потому что очень часто, когда люди хотят решить какую-то проблему или вопрос, они вводят определенные запросы в поиске, как на самом YouTube, так и в Яндексе, и в Google. И мы можем за счет оптимизации видеоролика выйти в топовые позиции, в первую десятку или в первую пятерку. Наше видео увидит потенциальный клиент, посмотрит, получит пользу и, естественно, получает возможность перейти на сайт и заказать ваш товар или услугу. Ну и главный источник трафика на YouTube, как я считаю, это когда ваши видео попадают в рекомендуемые и на главную страницу к потенциальной целевой аудитории. То есть этот человек имеет возможность постоянно взаимодействовать с вашими новыми роликами, прогреваться, да, проникаться к вам доверием и в итоге приходить и покупать ваши самые дорогие продукты, причем вы за это ничего не платите, когда видео вышло в рекомендуемые, а тут вы получаете бесплатный целевой трафик. Вот такие источники потенциальной целевой аудитории, источники трафика есть на YouTube. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик. Если хотите уже сейчас узнать свой собственный пошаговый план по продвижению бизнеса через YouTube, то можете пройти небольшой опрос из 7 вопросов, ссылку вы видите на экране, также она есть в описании. Ну и смотрите другие полезные видео на моем канале. С вами была Юлия Измайлова. До встречи, пока!